Так, ребята, всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. Впереди у нас 12 уровень, тропа. Чё? Брэкенридж. В глубинах забытых туннелей нашим героям открылись истинные масштабы паутины лжи и обмана, сотканные врагами. Расчетливые махинации Леди Солнышко и Годерика в одночасье разрушили королевство. А Амадей, Понтий и Зоя тем временем, спотыкаясь, брели по тьме, еще более непроглядной, чем прежде. Но вот они приблизились к холмам, где располагалась астральная обсерватория. Возможно, там они найдут помощь, в которой так отчаянно нуждаются. Ну, давайте это все узнаем. Астральная обсерватория где-то среди этих холмов. Значит, где-то здесь должна быть дорога или тропа. Я бы на это не рассчитывал. Они же волшебники, им дороги не нужны. Похоже, придется карабкаться так. Слушайте, эти ребята в обсерватории. Они не такие, как ваши знакомые волшебники из старой академии. То есть они не снобы с манией величия? Думаю, мы подружимся. Да нет же, скорее... Эти трое не просто так спрятались здесь, в глуши. Да? О, наконец-то! Я... Тоже вот все время в начале каждого уровня возвращался в край налево, чтобы что-нибудь найти. И вот впервые меня вознаградили за это. Это так же, как я все нырял в надежде найти что-то там на дне. Ну ладно. Не зря, не зря. Я не заметил. Бывает. Блин, давно у нас красивых зеленых уровней таких не было. Прям приятно. Лезем наверх, а я и не против. Дикая природа, только сокровищница может сравниться с этой красотой. Да. Блин, прям до безобразия красивый уровень. Ничего интересного тут нету. На все подряд начал нажимать и спасся. Это хорошо. Тут и что мне с этим делать?
Угу. Цепляйся, зараза. О, там что-то брякает знакомое. Блин, а как мне их соединить-то? Кстати. Можно попробовать. Ой. И туда забраться наверх. Нет, слишком далеко. Может, я ее заморозить могу тогда? В нужном мне состоянии. Нифига подобного. Делать-то я, блин, как? Что-то мысли совсем под вечер уже не идут в голову. Нет. Все-таки кубики здесь надо. Не может не кубики, а вот эти шарики. Полезно. Хорошо, я понял. Да, блин. Да что ж ты будешь делать-то? Как решить это хозяйство?
фиг его знает вообще. Хотя есть костыльное решение. Вот так вот сделаем. Блин, вот можно было бы как-то подтянуть ее к себе вот. Вот. Разбавить я могу. В итоге ни туда, ни сюда. Ну это вообще просто что-то с чем-то. Я не понимаю, как что мне с этим делать. Так, ладно, тогда по-другому попробуем. Будем костылить жестко. Заключается. Ну, блин, был бы кубик. Так. Что можно сделать? Да вот думаю, может мечом куда-нибудь воткнуться и привязать. Ну, блин, не получится. Давай! Ура! Наконец-то! Ну, это что-то вообще... Решение, конечно, просто огонь. Абсолютно что-то не понимал я, что от меня хотят. Так, как туда мне попасть теперь?
Подождите. А почему она заморожена? Тихо-тихо-тихо. Нет, серьезно, а как мне туда попасть? Загадка шикарнее другой. А, слушайте, в теории же этот второй Понти может туда пролезть. Давайте попробуем. Ну. Ты же сквозь решетки умеешь ходить, алло. Капец, и чё мне как сейчас попасть туда, если я тут проход заблокировал? Я понял, она, наверное, откроется, если я вот эту опущу, нет? Да, блин, а что делать-то? Как туда попасть? Капец, конечно, головомойка одна лучше другой. Так, ну, может мне туда кинуть этот, ладно, чуть-чуть вперед пройду, может что-нибудь попонятнее станет. Нет, вообще что-то там другое. Блин, херня какая, а. Блин, короче, да, там походу реально только сверху можно было забрать эту штуку. Ох, вот это прям обидно, конечно. Блин. Так как я там мог не заметить-то это? Алло. Блин, вообще капец. Короче, я загрузился просто для того, чтобы вот сходить и посмотреть, можем ли мы тут пройти. Вообще, как будто бы нет. То есть вот, вот там я не вижу вообще никакого прохода. Вот нету его здесь. То есть вот типа... Как туда попасть? Нужно думать как-то иначе. Поэтому как бы вот. Ну и покажу, как я это сделал. Тут можно вон найти, выбирать контрольные точки. Так что вернемся сейчас к той, на которой остановились, и подумаю, как туда залезть.
разобрался, короче. Ну, точнее, подсмотрел, как это решается. Решается это следующим образом. Я в верном направлении думал, просто чуть-чуть не додумал. Вот так вот. То есть я-то пытался там залезть через понти, а нужно было его вот здесь тоже через сетку эту, через решетку пропустить. Ну, разобрались хорошо, ладно, идем дальше. Денег, Роман, вызывающий вас. Проклятые захоронения, только этого нам не хватало. Зло никогда не дремлет, как говорится. О! Так-так. Нет, не туда. Вот сюда. О, там наверху еще есть. А, по нему ударить надо, я вспомнил, что это за штука такая. Ясно, ничего нету. Тогда двигаем дальше. На, там же эта попрыгушка была снизу. Ладно, хорошо. Этих волшебников заперли в обсерватории. Вовсе нет, я просто хотел сказать, что с ними нужно быть осторожнее. Мы идем в гости к людям, которые страшнее Леди Солнышко? Ничего такого, они просто не самые популярные люди в Академии. И они не очень любят посетителей. Понятно. Он не втыкается еще туда. Класс. Что происходит? А, вот что происходит. Давайте там. Нет, тут там нигде сплавать нельзя. Однако жаль. Что нам делать с этой информацией? Классно, разобрались. Сейчас как раз за следующими полетим. Наверху что-то есть.
Я жив? Я жив. Ничего себе, я зато нычку нашел. Такую, не самую простую. Вот это да, вот это случайность, конечно. Кому? Главной волшебнице Вильгемини из Астральной Академии. Уважаемая коллега, в обсерватории закончились припасы, и на наши письма никто не отвечает. Любопытный факт, мне было видение нашей дорогой Альма-Матер. Оно показало мне лишь гору песка, которую очень бодро подметала зачарованная метла. У вас там все в порядке, Барбара? О, это письмо писала Барбара. Одна из ваших волшебниц в обсерватории. Ей удалось уйти от злодеев. Так, а кнопка мне зачем это? Все, я понял. Тоже, конечно, запрятали. Такой, конечно, в самом начале, первые 30 минут уже напрягает. Отличное местечко для пикника. Тоже непросто. Класс. Так, ладно, мне понадобится щит. Да что ты будешь делать? Ой, как я меня закинуло. Ну это чтоб не расслаблялся, да, уж сходу сразу. Ну, мы сейчас быстро добежим. Жаль, что у нас нет времени насладиться этими пейзажами. Просто прекрасно, блять. Сейчас бы еще второй раз, чтоб наверняка.
Он просто вниз прыгает. Хер знает почему. Все, так. Тебя заткнули, это уже хорошо. Ну, очевидно, с этой штукой тоже можно было что-то сделать, но я просто не допетрил. И вот так костыльно опять все сделал. Тут у нас что? Ясно. Ясно. Быстро. Ура! Всех обманул. Ага, опять сейчас пиздорез пойдет, да? Королевство в таком раздрае, что даже мертвые отказываются лежать в гробах. Ну, так, теперь туда, да? Угу. Товарищи полезного. Так, и чё? Ясно. Там смерть, значит. А эта штука не хочет назад подняться? Этот знак указывает в сторону чего-то волшебного. Иди глянь, что там такое. Крикни, если будет нужна помощь. Иди повеселись. Да-да-да. Высоко на лесной тропе, окутанной туманом, Амадей обнаружил таинственную поляну. Древняя дикая горная магия. Что может пойти не так, верно? Ай. Так. Понятно. Значит, мы тогда сразу отсюда будем запрыгивать.
мы сберем. Оу! Ну, это сюрприз. Ты мне, наверное, больше не понадобишься. А, да, здесь я не могу так делать. Ух, накостылил, ух, накостылил. Так, что ж. С канала всех обманул и залез. Ух ты, исследование по левитации. А ударить-то я ее не могу. Нет, она не хочет закрываться. Вот это фак. Спасен ненадолго. Ништячки мои, ништячки. Прям даже интересно, что мне там дадут. Так. Там, походу, ничего наверху нет. Замечательно, кто знает, какие великолепные приспособления смогут. И теперь смогут создавать. Чтобы соединить левитирующие предметы, удерживайте L3. Чтобы создать левитирующие предметы, удерживайте L3. Ну, что это за клавиша вообще такая? Да что это за клавиша? Я понять не могу. Это же на стик надо нажать, да? Бред вообще. Чтобы соединить левитирующие предметы. Не понимаю. Ну, R3 это вот. Это правая. Я ее если я вот создаю, я уничтожаю. Чем их соединить-то надо, я не понимаю. Бедятина какая. Как их соединить, я не понимаю. Чтобы соединить левитирующие предметы, удерживайте L3.
чем их, блядь, соединить? Хер его просы вообще. Что там у него? Магия МД может обманывать гравитацию, прикреплять предметы к одному месту, чтобы остановить их вращение. Например, доски могут стоять вертикальные сами по себе. На соединенных предметах тоже работают. Чтобы поставить блок на предмет, используйте. Ну вот. Я не понимаю. Вот вам мое решение. Пожалуйста, без всякой левитации. Что я реально не понимаю, как это работает. Я нажимаю, ничего не появляется. Еще и головоломку мне сейчас предлагаете с этим решить, да? Амадей может перемещать в воздухе соединенные предметы как единое целое. Единое целое. Отменить заклинание соединения с помощью L3. Я понял, как это, блять, работает. Их нужно... Да, конечно. Вообще нихера не очевидная подсказка, если честно. Ну, типа вот... Как я об этом, блять, по-вашему, должен догадаться? Скажите мне, пожалуйста. Деревянные предметы соединить нельзя. Бывает. Бля, офигеть. Я случайно так сделал, ну, с канала. Не могу, они хотят, чтобы я поставил. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо, назад. Ваш храмный волшебник вернулся с новым заклинанием. Молодчина, Амадей.
Ух, да. Что на этот раз мне страшно представить уже. Хер знает, что я тут делаю. Тихо, тихо, тихо. Сойдет. Король костыльных решений. Амадей, расскажи-ка нам побольше про этих волшебников. Хельга талантливый астроном, ненавидит людей, обожает обсерваторию. Есть еще Барбара, она создает волшебство из чайных листьев и зеркал. Звучит не очень-то опасно. Ну и бедный Валериус, он превратил своего друга в каменную статую, которая случайно рассыпалась. Валериус с тех пор на больничном. Какая веселая компания. Ясно. Вот это прикольно. Ой, а почему оно отпало? Надо хорошо. Понятно, ясно. А может, если... Во, как это работает. Сойдет. Что-то меня еще настораживает, что мы ни одного секрета не нашли. Ну, точнее, мы один нашли.
но хотелось бы больше. Вот и все. Ой-ой-ой. Нас теперь двое. Почти добрались, и никаких механических рыцарей. Так что все идет отлично. Ну не знаю насчет отлично. Опа. О, как вам виды? А что произошло с тем парнем, которого твой друг превратил в камень? Они просто дурачились. Я так понимаю, что каменное проклятие можно снять, если хорошенько стукнуть. Но надо успеть сделать это в первое мгновение. И он разбил твоего друга на куски? Это ужасно. Так, а как я назад теперь вернусь? Что-то я как-то не продумал этот момент. Нет, серьезно, а как назад? Такое, конечно, решение крайне сложное. Так, опять на все наборы. Не знаю, что я и зачем делаю. Но делаю я явно какую-то херню. Все, я понял, что вы хотите от меня. Эй-ей-ей. Я успею. Эх ты, сука. Нет, не успею.
хотел ее поддеть. Тихо, тоже. Офигеть, конструкция. Да, ты скотина. Во. Живем. Тоже не знаю, насколько вообще это легально. Всех обманул. Сейчас я тоже выкину. Еще лучше даже вышло. Отправляйся там к своему другу товарищу. Может, не в ту сторону? А, нет, в ту сторону. Все, добрались. Ух. Ну что ж, ребятки, тогда на этом мы с вами закончим эту серию. Че мы там опять не дособрали? Ну да, мы аж два секрета не нашли. Офигеть. Ну, продолжим уже в следующей серии. Благодарю за просмотр. Всем пока.